Вау! О! Это кто? Это наш отец! Наш отец? Да. Что он тут делает? Его в тюрьму посадили? Всем привет! Привет! Вы на канале Funny Family Games TV. И мы сегодня продолжаем сбегать из тюрьмы. Нам, кстати, осталось всего ничего. Всего-то? Мы 15 уже закончили. Вот, и нам осталось совсем немножечко до конца. И там, кстати, еще какой-то будет бонусный уровень. Бонусный уровень надо будет обязательно пройти. Ну, сейчас мы начинаем с 16 уровня совершать побег из тюрьмы. Только никому не говорите и не докладывайте полиции. Вау. Так. Три лазера, ничего себе. А что тут можно сделать? О! А, смотри, вот. Пробегай под давай, ним. Давай. Так, смотри-ка. А я золото-то это ведь никак не могу взять. Так, а может быть мне что сделать? Попробовать встать на телевизор? Могу я, интересно, на него встать? И прыгать. Вот. И золото возьму. Вот. Так, а что я теперь должна сделать? А я не знаю, смотри. Чтобы вот эту синюю открыть. У тебя там нету синий? Не, она до меня не дойдет. А, кидай телевизор на лифт, ну-ка попробуй. Ну-ка. Опа! А дальше? А дальше... Сейчас он нажмет на синюю кнопку. Давай, ой. Вот ты спустился. А я тебе сейчас красный рычаг нажму. Громила, открывай. О! Бум, охранника прибило. Убили, неожиданно. По башке ему. Пык! Так. Я так, беру здесь бери золото. Ой, там осторожно. А слушай, давай, может быть, я рычаг нажму, и оно закроется. У тебя так будет больше времени. И у меня будет безопасность, да? Ну, не совсем, там маленький щелочечко есть, но... И всего-то? Есть. Заходи, здоровяк. Здорово, как шкаф этот, громила ваш. В очках? Ух ты, смотри. Где твои очки? Вот так сделаем. Ну, ты громила, не крутой, у тебя должны быть очки. Ну, я их потеряла. Ну да, поноси мои. А вот теперь ты настоящий громила. Да. Вау, ничего себе, смотри, ой, здесь какой здоровяк. А этого здоровяка мы должны выпустить или... Нет, я думаю, что он нас прибьет, он какой-то злой. Он, кстати, тоже в тюрьме сидит, у него одежда как у нас. Так вот я про что и говорю. Так, я куда-то иду наверх, не знаю, сейчас тут скидываю ящик. Ай. Что здесь будет? Бам. Так. Бам. Так. Бам. Так. Да. Ага, ящик мне дали. Угу, а зачем? Зачем тебе ящик? Не знаю. Так, ну нажми на эту оранжевую, что будет? Лифт поехал. Так. Ой, громила, у тебя трусы упали. Так. Слушай, подожди, сейчас если ты будешь двигать ящик, скорее всего у него вот эти ворота откроются. Ну, откроются. Рычаг синий и у него эти ворота синие. Ладно, а ну я что должна делать-то? Я не знаю, мне кажется, он тебя побить может. Ну, ты, громила, тоже здоровый. Давай, двигай, посмотрим. О, только ящик. Это, нажми он на кнопку на оранжевую, нажми на кнопку. Зачем? Нажми. А, ты его скидывать будешь? Во. Все, теперь нажми заново. Все, мы теперь его закрыли, он теперь нам не мешает. Ой. Ой, ящик не упал. Ну, интересно, а он бы его побил или нет, друзья? Кто знает, напишите в комментариях. Так, а дальше? А дальше... Ну ты ко мне, наверное, иди. Нет, ты иди сюда, бери золото, а я тебе сейчас лифт подниму. А, да? Да, давай. Так. Вот там какая-то кнопка, нажмешь мне ворота. Так. А, так, а кто мне лифт нажмет? А, давай мне ящик свой сюда. Ну-ка спускай мне его сюда. Так, как? Отойди туда чуть-чуть. Чтобы кинуть его. А, просто оставить тебе его? Нет, возьми, мне на лифте его оставь, на лифте. Ну, сейчас я спущусь, ой, уйду. Да, вот так. Все. Теперь я его спускаю. Эй, подожди. Так, осторожно. Да, куда ты его спускаешь, интересно? Вот, теперь... Он за тебя явно хочет. Теперь эй, что? Эй, теперь что? Теперь ты-то можешь подняться, наверное, наверх. А, нет, там зеленая эта штука, не поднимешься. Ну, я могу за тобой спуститься, в принципе, я тебя могу поднять, ты на мне прыгнешь наверх. Ну, давай, спускайся. Бш! Ой, прям на голову мне свалился. Слушай, ты наверх-то поднимешься, а это... Вау, слушай, у нас тут проблемки. Да. Так, давайте попробуем заново, друзья. Что-то мы тут застряли.
Так, снова я иду сюда. Я вот так могу только. Так, ладно, золото ты взял. А что, зачем нам ящик? Сюда прыгай, туда прыгай, и все, нам золото надо. Да, и все. Ай! Ой, а что я не на ящике, а на башке твоей стою? Громила. Не знаю, иди давай. Ты что такое? И что ты с ящиком в лифт пойдешь? Все. Все, все мы взяли, что нам? Ну. В этот раз вообще быстро справились. И опять очки. Потому что крутики. Так. Опа. Так, о, смотри, вот я сделаю эту, и будет подниматься лазер, штучка. Лазер меня не заметит? Ай, я не взял золото. А может тебе надо вообще просто прыгнуть? Если я уйду. Если ты просто так прыгнешь. Так вот, дзюм. Нормально. Так, и что? Так, вот какой-то ящик я двигаю. Здесь какой-то рычаг. Так. Опа. О, там лазеры прошли, перестали работать. Так. Тебе надо вот за тем золотом. Ящик, куда его? Перестань есть, вы громила. Все время бургеры эти кушаешь. А можешь ты спрятаться за этим ящиком? Чтобы тебя лазеры не трогали. Ты думаешь? Не знаю. Он мне для этого нужен? Ну давай, двигай меня наверх. Что? Вот, вот. Да прыгает. Не, мне ничего бы не было. И что? Так. Все, отлично. Я тебе сейчас спущу лифт, точнее ты сам себе спускай лифт. Отходи. Прыгай ко мне. Зачем? Или что, или ты туда, к выходу? Да я к выходу. Ну иди. Я что делаю? Я беру ящик. И чё? Ой, и ящик вот... А, теперь тебе нужно ящик скинуть туда. А если я его скину, я поеду же. Смотри, отойди отсюда, дай мне ящик сюда. Вот в лифт положи его. Спасибо. Теперь нажимай мне на рычаг. А, ты мне ящик сверху скинешь. Я тебе скину, только вот отойди, а то я тебя прибью. Интересно, давай попробуем, ты прибьешь меня или нет? Нет, давай не надо. Чё-то не хочется заново начинать, друзья. Остановись на лифт. Что за неудача? Давай снова мне этот ящик. Не торопись, я сначала залезу. Так. Как-то потихоньку надо. О, отлично. Вот теперь все. И то прям чуть-чуть на краю. Тютелька прям. В тютельку. Заходи, шкаф. Ну все. Молодцом. Так, смотри, здесь что-то уже пулемет какой-то. И охранник ходит. Так, а мне что делать? Я не знаю. Я сюда-то не могу какая-то пройти. Какая-то кнопка есть, давай я ее нажму. И что мне этот лифт? Лифт, я тебе лифт. Иди на лифт, громила, что стоишь? Прыгай. А хотя ты так можешь по большому прыгать. Счету, да. Вот максимум, что я могу сделать. Оторви унитаз. Здоровяк. Так. Куда теперь унитаз? Едь наверх с ним. Не знаю, что это. Не успела. Успела. Так, давай мне унитаз кидай наверх. Сможешь прыгать? Давай. Опа. У меня бронированный унитаз. Ничего себе. Что за дела? Крутые унитазы у заключенных. Так, так. Так, подожди, подожди. Ай! Я не туда пошел. Что давай, здесь? Нажми мне на кнопку. Все, все. А как я дальше справлюсь? Как хочешь, да? Да. Вот-вот. Ты пробеги, ты успеешь, я уверена. Здесь вот. Я реально успел. А так. Ну-ка, получай, охранник. Во. О, я его прибил унитазом. Теперь бери золото. Так. Спускайся вниз. Я боюсь, там лазер. А я тебя сейчас, мне кажется, им прикрою унитазом. Так. И? Отлично, подожди, не падай, не падай. Так меня там лазер заденет. Ой. О. Так. Осторожно, отойди. Да. Нажми мне заново кнопку. Сейчас прыгай. Я спущусь. Золото. Я же быстрый. Да. Так. Так. Теперь что? Теперь я прыгать должен, ты мне открой эту кнопку, я не пропрыгну так. На кнопку нажми. А, я пролезу, а ты-то да? Пропрыгнешь. Сейчас. Проходи. Все. Фу. Что-то прямо сложный такой уровень получился. Глория, реально сложный. Но мы его быстро прошли, в принципе. Да. Вау. О! Это кто?
Это наш отец. Наш отец? Да. Что он тут делает? Его в тюрьму посадили? И с ним главный начальник тюрьмы? Так, что тут делать надо? Смотри, у меня есть такая кнопка, я тебя могу от лазера прикрыть. Да, ты прикрываешь меня от лазера, но если ты сейчас уйдешь... Ну иди же туда, на зеленую кнопку нажимай. А, вот что я должен сделать. Я спрятаться должен. Спрятаться, ну. Так. Ай. А, я сейчас отойду, а ты прыгай. Ой, все, все. Что там? Чуть ли не поймали тебя. Я что-то испугалась. Смотри, я тебе лазер спрятал. Давай, отпускай меня вниз на зеленую кнопку. Так. Теперь я открою тебе. Нет, нет, не открывай ничего. Вот теперь открывай. Так, открыли. Теперь спускаю. Теперь мне надо наверх. Раз, два, три мне скажи, когда отпустить. Так, тут надо осторожно. Давай. Все, отпустила. Давай, 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 давай. Есть, успела. О, держи мне там кнопку. Ах, прыгни. Ай-яй-яй-яй. Давай. О, есть. О, есть. Так. Бери золото. Опусти телевизор просто на землю. Опусти так, опустила. Его. Так, вот сейчас давай, кидай на него. Отлично, есть. Прибили мы охранника. Так, теперь мне надо пройти. Давай, 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 давай. Прыгай. О, есть. Так. Золото, золото, золото. Ага, золото. Эй, чувак, кто там? И усатый дядя, мы к тебе и пришли. И что? А, вот и все. И что? А не что знаю, дальше-то? Все. Конец игры? Ну мы все, мы прошли. Все прошли, все 20. Надо бонусный тур пройти. А чтобы бонусный тур пройти, нам надо четвертый? Четвертый пройти. Один тут... раз перепроиграть. И какой-то бонусный тур откроется. Давайте же попробуем. Давай попробуем, друзья. Да. Ну-ка давай тут три золотишка соберем. Так, значит, смотри, что мне нужно сделать? Мне нужно взять... стул и куда-то его кинуть. Кидай тебе? Мне, да, мне его кидай. А, ты уверен? Может, мне надо его поставить на кнопку? Нет-нет, кинуть. А как я кину, если эта штука идет? Попробуй кинуть. Не прыгай, попробуй кинуть. Вот так. Опа. Оп. Так. Я сейчас возьму золото. Опа. Поставлю так. Его. А, нет, не поставлю. Вот сюда теперь иду. Так, вот беру вот эту штуку. Золото, да? Зеленую кнопку нажимаю, давай, громила, иди. Вниз. Я ушла. Так, теперь я иду сюда. Ага. А, ну все, я сейчас тебе на кнопочку нажму. И все, и мы откроем сейчас бонусный тур какой-то. А ну-ка давайте же глянем, что там будет. О, да. Да, собираем все. Да, да, да. Ничего себе, сколько золота. Нам надо все собрать. А, тут время, время, воруем, воруем, время. Воруем, и все, так, я тебе что-то могу открыть. И, пожалуйста. О, есть, я его вот сам подвинул. Да, 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 да. Ты давай, должен давай. Сейчас все собрать и ко мне прибежать с кнопочкой. Давай, я тебе прибегаю кнопочку. Так, отлично. Давай, к лифту. А, я не могу. Давай, на меня прыгай. Есть, 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 бегом. Давай быстрее, быстрее. Есть. Есть. И у нас куча денег. Куча бабла. Мы все ограбили. Все отлично. Ну вот и все, мы спасли последнего заключенного. Наша была цель. Мы да. прошли все, мы своровали 140 мешков золота. Ничего себе. И мы все сделали круто, молодцы. Друзья, дай, мы всю прошли игру, это клево. Мы так долго в нее играли. У нас аж было, вышло 3 серии на Funny Family Games TV. И вот она, последняя заключительная серия. Дальше, конечно, было тяжело. Я думаю, что следующим этапом мы с мамой попробуем теперь стать добрыми и будем против преступников бороться. Наоборот? И, да, будем ловить их. Но только там будет не громила, а там будет собачка. И мама будет собачка. Аф-аф-аф. Только не кусай меня. Ну что, друзья, с вами был канал Funny Family Games TV. Сегодня была заключительная серия «Побег из тюрьмы 2». Мы вам желаем всего самого хорошего и отличного настроения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Нажимайте просто красную кнопочку и пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!